Молодая и успешная модель Александра встречается с фотографом, мечтает о семье и детях. Но ее возлюбленный оказывается настоящим бабником, а Саша просто мечтает быть любимой и единственной. Убери руки! Ужас! Господи! Господи! Я с кого же мы деремся? Да ты... Да, посмотри, ему на пенсию пора! Подожди! Подожди! Пойдем! Пошли! Куда это? Хоть куда. Куда? Найдем куда. Молодые красивые бабы. Нет уж, я лучше здесь останусь. Ничего ты не поняла, милая. И вот однажды в квартиру девушки врывается раненый молодой человек и разом взрывает весь привычный быт. И Саша понимает, что на свете существует настоящая, искренняя и самоотверженная любовь, способная не только разрушать, но и созидать. Нежная советская мелодрама «Женщина дня» 16 августа на телеканале «Самара ГИС».